Привет, с вами Умка, и сегодня мы с вами будем играть этот курс от ИСЛ. Наконец-таки вышло обновление долгожданное, которого не было на выходных, и вот сейчас вторник, оно вышло, и сейчас хочу вам показать, что же вышло в обновлении. Итак, одним из пунктов, что вышло в обновлении, это глаза. Теперь игроки могут покупать глаза. Вышло вот такой глазик, такой глазик, такой. Надеюсь, вам видно. Такой, 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 вот такой. О, красный, классный, как у зомби. Вот такой, такой, еще такой, такой, такой и такой. У всех динозавров они одинаковые. Ну, просто выглядят чуть-чуть по-другому. Они просто выглядят чуть-чуть по-другому. И сегодня мы будем с вами играть за динозавра, за Галимимуса. Сначала поиграем за Галимимуса, чтобы просто посмотреть внутреннее обновление игры. А потом уже зайдем за другого динозавра, и я вам покажу еще одну часть обновления, которая сделана в игре. Изменили четкость Дина, но тут заметно, и я со шрамами. О, я подратая. Да, у меня хп мало, и меня подрали. Я с ранами. Интересно, они будут пропадать? Так, улучшили четкость динозавров, теперь они более реалистичны. Рельефны, вернее. Добавили возможность цвета глаз, который мы уже с вами посмотрели. И эти глаза, они будут видны для всех игроков. То есть вы купили себе глаза, и они будут видны для всех игроков вдалеке. Теперь еще у динозавров есть следы от ран. Чем меньше здоровья, тем четче будут эти раны. И, ну да, наверное, как-то так. Интересно, они будут пропадать или также будут нам не оставаться? Сейчас посмотрим. А, нет, они пропадают. Да, я уже не... Или нет? Не, они пропадают, по-моему. Не знаю. Да, они пропадают, эти раны. И улучшили процесс регистрации. Ну, процесс регистрации я вам показать не могу. А вот следы и глаза показать вам могу. Еще я слышала то, что изменили некоторые показатели динозавров. То есть кто-то может биться сильнее, у кого-то стамина, у кого-то стамины больше, у кого-то урон, у кого-то здоровье. И убрали траву, то есть везде, где раньше было, можно было есть траву, уже такого нет. Сейчас траву можно есть вот опять в таких листочках. Да, они опять уменьшаются. И вот, да, жалко, но что поделаешь. И что еще добавили? Так. Ну, карту чуть-чуть подредактировали, насколько я поняла. Динозавры тоже, наверное, подредактированы. Но у меня сейчас волнуют эти раны. Интересно, если отсюда спрыгну, я умру? Давайте проверим. Да, у меня появляются раны. Моментально причем. Но на галике это очень плохо видно. Хочу показать вам на другом динозавре. На, например, на Бариониксе или на, например же, на том же Стерокозавре. Ну, сейчас я добегу до воды, попью водичку и покажу вам на другом динозавре.
чтобы было лучше видно. А то, скорее всего, вам не видно на галике этих ран. Они сливаются с его пятнами и... Да. Ну все, сейчас я вам перезайду, покажу на другом динозавре. Вообще, я думала то, что раны будут за место ХП, то есть как в The Isle, первый экран, второй экран, третий экран, четвертый экран. Четвертый экран самый последний, и после этого твой динозавр умирает. Но нет, этого они не сделали, просто сделали раны, чтобы человек понимал, на какой стадии у него проблемы. Ему надо бежать, или он до сих пор... Или он может биться. Ну вот, на авиарапторе, который у меня скоро помрет от голода, это выглядит как-то так. Ну, более так ярко, более красочно. Да. Более заметно, но сейчас ночь. И незаметно как-то сильно. Но мне кажется, на хвосте и теле более яркие и красочные эти раны. Сейчас я начну умирать от голода и думаю, вообще буду как яркая новогодняя елка. Вся в ранах и вся красная, как помидор. Ну вот, тут глаза подбиты, лапы. В основном страдает тело и хвост. Да, как будто после атомной войны мой овераптор вернулся. Ну ладно. Серия будет длинная, наверное. Попытаюсь сделать серию длинной, так как у меня задание еще за велоцираптора повыживать 30 минут. Я хотела сделать видео отдельное по этой теме, но раз вышло обновление, то и за велоцираптора мы тоже поиграем. Так, ну я перезахожу за велоцираптора. Вот, кстати, вот оно. Вот оно, эти раны более ярко видно, более... заметные, вот они, эти раны. Да, я умираю от голода. Все. Ладно, буду перезаходить уже. Встретимся на велоцирапторе. Ну что ж, я вернулась за велоцираптора, и у меня опять тоже мало ХП. И вот вы можете увидеть, как же мой велоцираптор подстрадал от... малого количества ХП. Сейчас на сервере люди все проверяют эти раны. Пойду тоже к ним, тоже хочу посмотреть, как они это все проверяют. И тоже вместе с ними поиграем. Надеюсь, меня не убьют. О, вот и мясо, кстати, можно съесть. Еще подделали то, что велоцираптор наедается не быстро, а медленно. Я как бы не голодала, но еда у меня все-таки маленькая. Ну вот, все уже собрались, все сейчас будут рассматривать обновление, смотреть, как оно, как это выглядит все. Вот моя подруга. Маленькая, правда. Так, ну, что я хочу? Я вообще хочу, даже не знаю, вроде как бы обновление вам и показала, но... Ну, ладно. В общем, что я вам хотела, то я вам и показала. На этом буду заканчивать серию. Про велоцираптора повыживаем чуть позже. С вами была Умка, и всем до новых встреч!